Всем привет! Сегодня я для вас сыграю одно из самых сложных произведений для классической гитары – «Небесное танго». Но сыграю я не просто, а с завязанными глазами. То есть фактически вслепую, на ощупь. Для этого я надену вот такую повязочку, чтобы я не видел гриф. И буду играть фактически, полагаясь на свои тактильные ощущения. Все, полная кромешная тьма. Я начинаю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Для вас звучит «Небесное танго» вслепую. Все было круто, но единственное, в конце я немножечко облажался, потому что в конце нужно было взять последний аккорд на 17-м ладу. Вот как-то так. Но я думаю, получилось неплохо, поэтому, ребят, ставьте лайк, если вам понравился подобный формат видео, запишу что-нибудь еще. Кстати, да, я и могу и даже так сыграть для вас. Подписка, лайк, комментарий. До новых встреч. Всех обнял, поднял, заплакал. Пока-пока.